Кокос из Никеи. Астроном. У каждого пророка должны быть последователи. Кокос из Никеи был для пророка одним из первых. В родном городе он был объявлен еретиком, и ему пришлось отправиться с паломниками на север. Знание движения небесных тел помогало им ориентироваться в пути. Рассказывают, что Кокос и пророк могли часами сидеть под звездами и спорить о природе Вселенной, о тяжелой людской доле в этом мире. Он построил для пророка модель звездного неба, чтобы даже сквозь зимнюю мглу тот мог любоваться ночным небом.
Это было что-то. Псих бешеный. Бросится на троих вооруженных людей с одним топором. И как только одного из них удалось взять живым? Кто они вообще такие? Разведка докладывала, что в этих горах раньше была старая деревня. Ожидали встретить крестьян, которые сдадутся без боя. Крестьяне? Как же? Партизаны это, причем матерые. Красных отсюда, похоже, они выбили. Может, оно и к лучшему. Раз они что-то тут в горах обороняют, значит, мы на правильном пути. Слушай, а ты в курсе, что мы ищем? Нет. Нашим по статусу знать не положено. Но уж наверняка что-то важное. В первый раз с таким размахом работают. Я уже почти год на них. Стоп. Нужно посмотреть. Смотри в оба. Это еще, блин, откуда? Где-то там. Погоди, что-то не так. Похоже, оттуда. Ничего. Понял, у нас чисто. Так, стой! Кто-то идет! Еще прибывают. Включить насос. Держите эти ящики как можно дальше от огня. В них патроны. Каждый на вес золота. Стрельбы уже пару минут не слышно. Вроде все спокойно. Особо не расслабляйся. Пока не восстановим связь с тюрьмой, будь начеку. Нам рассчитывать не на кого. Это вертолет Константина. Какого черта он здесь забыл? Нет, откуда знать. Одного из местных взяли живьем, хотят допросить. Но это стоило нам троих. Наверное, начальство хочет знать, что им известно. Константин ожидает от нас большего. За эту ошибку кто-то поплатится. Отложи боеприпасы. Храни их отдельно от провизии. Пусть будут под рукой. Чему пригодятся. Так точно. Черт. Большая часть пайков после взрыва сгорела. Ха. Это никуда не годится. Нужно установить ловушки по периметру. С тем, что есть, я могу сварганить пару сюрпризов.
патроны 9 миллиметров, световые ракеты. Кто-нибудь... Старый советский плакат. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Наш путь непрост, но Троица все равно требует, чтобы мы прошли его. Я знаю, что брался за сомнительные дела и что тебе это не по душе. Но я не мог упустить этот контракт. Я годами пытался наняться к Троице. Они не светятся, платят кучу денег, и у них всегда есть работа. И вот я здесь. И уже хочу назад. Мы торчим в заброшенном советском комплексе у черта на рогах. Никто не говорит нам, что происходит. Сейчас окажется, что мы помогаем каким-то бандитам добыть ядерное оружие. Это еще в лучшем случае. Напиши мне, как только получишь это письмо. Я наладил безопасный канал в сети. Для такой операции защита слабовата. Впрочем, они меня для того и наняли. Покажись! Ты же понимаешь, что сдохнешь, если не расколешься.
Красная армия приближается. Я следил за ними неделю, смотрел, как сотни людей строят железные чудовища во льдах. Многие умерли, и их мерзлые тела разбросаны по тундре. Никаких погребальных обрядов, ни похорон, ни костров. Эти чужаки — жестокие безбожники. У тебя, сука, один шанс. Говори, где остальные? Как думаешь, взорвали пару цистерн? Нам это как... Оставил тебя за главного. Да, сэр, но мы не ждали такого сопротивления. Ты был моими глазами. Ты должен был видеть и понимать, как много зависит от успеха операции. Да, но... Нет. 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 Не понимаешь. Нет. Да и как ты можешь? Тише. Тише. Не бойся страданий. Тут... Мы очень близки к цели, но должны сохранять бдительность. В случае успеха нас ждет новый мир. Наш собственный мир. Константин, вас срочно просят вернуться в тюрьму. У нас пленник, возможно, знающий про артефакт. Будьте верными, и войдете во славу святого источника. Боже, прошу! И что с ним делать?